В России продажи презервативов через аптеки с начала года упали на 20%. Это вообще, вот на самом деле, вот такие цифры, это караул. Понимаешь? Почему? Потому что цены такие, что трахать не захочется, трахаться, понимаешь? Вот, ну, люди все-таки берегут свое здоровье, да? И если вдруг на 20% падает, то это не из-за того, что там меньше пропаганда, СПИД или что они там, просто у людей денег нет. Ну, представь, в путинской РФ средняя цена презервативов $10 за 12 штук. Это охренеть. Если в Голландии их раздают даром специально, чтобы... Ну, мы, правда, тоже единороссам даром раздавали, там, в Саратове единороссам, гвардейцам даром, чтобы они таких дураков не рожали больше. Но я не об этом. Если во многих странах мира специально цена минимальная, что, ну, чисто символическая, чтобы не было проблем, то здесь это бизнес, и очень серьезный бизнес, как... Один крендель мне рассказывал, что в ларьке, который у него был, самый, ну, это в начале 90-х, самый большой доход приносили презервативы. Все остальное так до кучи. А вот презервативы разлетались просто на ура.